Успехи чувашских химиков известны далеко за пределами республики. Многие ученые считаются признанными авторитетами в этой области. Причем список талантливых исследователей постоянно пополняется. Доцент кафедры общей неорганической и аналитической химии Чувашского госуниверситета Иван Бардасов в этом году получил грант президента России. Прежде чем удостоиться гранта президента России, Иван Бардасов уже дважды становился стипендиатом главы Чувашии за особую творческую устремленность. В 2012 году признан лучшим молодым ученым республики. Автор монографии, не считая публикаций в российских и зарубежных научных журналах. По его словам, он всегда ощущал поддержку и руководство вуза, и властей Чувашии. Конечно, чтобы заниматься дальнейшей работой, просто преподавать в университете, это, конечно, очень мало. Даже если преподавать на очень высоком уровне. Окончивший молодой специалист обязательно должен заниматься научной работой. А здесь очень важна мотивация. Потому что если не будет мотивации, молодой ученый немножко поработает в университете, зарплаты стремятся у нас поднять, но все равно они относительно небольшие. Он может либо уехать за рубеж, либо переквалифицироваться и просто уйти, опять же, в бизнес и в различные другие структуры. Поэтому здесь очень важна мотивация. Мотивация как руководства университета, так и государства в целом. Сегодня Иван Николаевич успешно совмещает исследовательскую работу с преподаванием. Глядя на своих студентов, он может с уверенностью сказать, у химической науки в Чувашии есть будущее.